Приветствую вас, мои дорогие, вы на канале Жанны Фетисовой. Сегодня я дома весь день, честно говоря, я этому очень рада, потому что мне было возможно заняться собой, отдохнуть. Сейчас я без какой-то особой прически, вот так я выгляжу после душа перед сном. И сегодня я предлагаю вам разобраться в белорусском уходе вечернем, который вы просили меня показать, ну и поговорить о том, насколько важна семья в нашей жизни, дети и как мы расставляем приоритеты. Сейчас на мне нет никакой косметики, я не крашусь каждый день, поэтому это, конечно, довольно сложно закончить какие-то продукты в срок. До истечения срока годности мне довольно сложно заканчивать именно декоративную косметику. Поэтому существует мой проект использовать по максимуму, потому что я хочу приучить себя все-таки чаще пользоваться декоративной косметикой, что-то такое придумывать, фантазировать, ну, в общем, с пользой как-то ее истратить, то, что у меня уже накопилось. Я одна, мне хорошо, сегодня я занималась собой, мне делали массаж, делали масочку в подарок, мне это было очень приятно. Почему она зеленая? Потому что там водоросли. А, маска с водорослями, поэтому она зеленая. С водорослями и зеленым чаем, да. То есть вот смотрите, это та самая альгинатная маска, которую я делала сама, показывала вам, как я делаю, снимала видео. Кому интересно, посмотрите, как я это делаю сама. А вот сейчас мне делает косметолог. Скройте нос. Маска обладает антиоксидантным действием, лифтинговым, увлажняющим. Вот, увлажнение происходит также за счет того, что под маской у нас сыворотка. А сыворотка у нас фирмы Йонка. Йонка – это гидралия, то есть увлажнение. На губы нанесли Йонка Серум. Это такое маслице, вот, которое также увлажняет и питает. Это масло можно добавлять в различные крема, особенно в ночные несколько капелек, для усиления питательного эффекта. Сыворотки с добавлением эфирных масел. То есть здесь есть эфирное масло, но в очень маленьких концентрациях, так как это большой аллерген. Пользована сыворотка Гидра номер 1. Тоже это фирма Йонка. Идет тоже увлажняющий эффект. Наносится на 15-20 минут, после чего снимается единым пластом и наносится уже крем по типу кожи. Тут чуть-чуть подмажем, все отлично. Так, снимаем. Значит, в местах прикрепления немножечко надо смочить, чтобы она лучше отходила. Так что держали долго, и она немножко подсохла. Сейчас мы ее еще смочим. Я снова могу говорить. Губки такие увлажненные. У меня все время сухие. О, хорошо. Это был подарок от моего косметолога за мое постоянство. В основном я прошу ее делать массаж. Не лица, а тела. И такой подарок мне сделали. Очень приятную маску. Потому что у меня, как у купчихи из этого самого Гоголя, вот такая вот. Кто там? Солоха? Да, была? Солоха, да. Вот с такой штучкой находила, с таким бантиком на голове. В местах прикрепления она может подсыхать. Если держать кусочками, ее чуть подольше, да. Но она стирается же потом водой. Да, можно в этих местах мазать, в принципе, маслом. А, то есть, если не хотите, чтобы прилипало, можете вот эти вот места по кругу маслом любым помазать. Ну, естественно, не эфирным, конечно. Да, да. Базовым каким-то. Маслом или жирным кремом. Кремом детским, может быть.
кого аллергия там или что-то. Да? По поводу биореабилитации многие девушки спрашивают, какое должно быть образование у человека, чтобы он имел право заниматься вот этой вот всей инъекционной косметологией? Что нужно людям? То есть вот я, например, не использую. У меня гиперчувствительность кожных покровов. Мне нельзя, вы сами уже поняли, но мне это все страшно, больно. Я не могу это делать. Но вот для тех, у кого нет такой чувствительности, как у меня, кто хочет попробовать какие-то укольчики, да, как они могут проверить? Вот, допустим, приходит к ним косметолог, или, например, они приходят в салон. Что они должны увидеть? Вот в принципе. Ну, во-первых, это высшее образование. Факультет лечебное дело. То есть они должны не постесняться спросить диплом, да? Диплом, конечно, чтобы был диплом. Либо это лечебное дело, либо это педиатрия, либо это стоматология. Может быть, челюстно-лицевая хирургия. Так. И обязательно сертификат дерматовенеролога врача. Дерматовенеролога? Да. Это как скороговорка. Это дерматовенеролог. Да, то есть это врач, который работает с кожей. А, ну вот и так с вот, венерологическими да? заболеваниями. Да? А, то есть без этого они не имеют права делать такие инъекционные процедуры? Они не имеют права делать. Либо это может быть тоже, в принципе, есть сноска в законах, что может делать под... руководством врача, то есть если это медсестра или фельдшер, сертификат дерматовенеролога, ну и плюс различные сертификаты по обучению, то есть это на биоревитализацию. А они могут чужие просто взять сертификаты к себе, повесить на стенку, как понять, что это его сертификат? Ну, там именные, да? Да, именные, конечно, имя, фамилия, отчество. Мне кажется, девочки многие приходят, вообще ничего не спрашивают. То есть им, по идее, может зашедшая уборщица сделать укол, они даже и не поймут, что это... Стесняются, наверное, многие. Да? То есть не надо стесняться, надо спрашивать. Вот. Какие у вас есть документы, подтверждающие, что вы имеете право это делать? Если этого не будет, то, соответственно... Последствия вы будете серьезные на себя. Да? Последствия может не быть, может и быть. Вот. Плюс у салона красоты должна быть лицензия на медицинский вид деятельности. А. Кремчик мы наносим. А какой? Это натуральный крем. Так. Это не йонковский крем, сразу говорю. Нет. Это фирма Кая. Натуральный. Вот так вот. Натуральный крем. Да? Натуральная косметика, да. Сертификаты у нее есть, да, сертификаты есть на основе ДМС эмульсии она идет. Ну, как бы для вас, чтобы вы попробовали, как он будет. То сейчас вы колите П. Есть не био. Есть мезотерапия. А, вот еще что, даже я же в этом не разбираюсь. Есть мезотерапия. Чем она отличается? Потому что многие же путают мезотерапию и биореабилитацию. Мезотерапии нужно сделать больше процедур, то есть там концентрация меньше. А там цель какая? То есть в итоге что они должны получить на своем лице, теле, не знаю. Но больше идет сосудистых элементов, микроэлементов, аминокислот. То есть это зависит от проблемы. Да? Угу. Если человек плохо переносит процедуры инъекционные, то лучше делать биоревитализацию, так как концентрация гиалуронки больше. И она более пролонгирована, то есть действует дольше так же. Меньше, да, процедур? Процедур, да. Для тех, кто не выносит уколы. Да, то есть 2-3, 4 там. А вот первое вы сказали? Мезотерапия. А мезотерапия больше, да? Мезотерапия больше процедур. Но если есть купероз, то здесь показана мезотерапия. Потому что чтобы убрать вот эти сосуды, да? Да, там больше компонентов именно сосудоукрепляющих. Витаминов всяких. Интересно, вот мужчины состоятельные, у которых вот такой синий нос от алкоголизма их постоянного, они мезотерапию делают себе? Или у вас нет таких? Ну, на носу не делают мезотерапию. У вас нет таких? А у вас мужчины делают? Ну, у вас же очень состоятельные есть клиенты. Есть мужчины, да? Делают мезотерапию? А куда они делают? Ну, так же лицо. Лицо, да? Да, да. И прям хорошо потом выглядят? Ботокс делают мужчины. Ботокс делают мужчины. О, мужики дают. Да. Так. Вот. Так и прям все такие в ботоксе идут в свою компанию, всех поражают, да? Да. Или на, собственно, самолеты отдыхать.
А что не рекомендуется потом делать какое-то время? Что нельзя? Вот они сделали уколы. 5 дней нежелательно ходить в баню, в сауну. Перегревать нельзя, да? Да, перегревать. Плюс 12 часов лицо трогать нельзя руками. Угу. Не умываться. Как же 12 часов не умываться? Ну, желательно не умываться. Если вы с утра сделали, чтобы то до вечера ходить. Чтобы, наверное, ничего не попало. Ну, чтобы грязь не попала, конечно. Вот, ну, плюс там кошек, собак не трогать, там грязными руками не трогать, в спортивный зал желательно не ходить, потому что пот выделяется, соответственно, вы можете что-то туда занести, да. Вот. Как с загарами всеми вот этими. Ну, алкоголь нежелательно. Алкоголь нежелательно. Алкоголь, да. Поняли? Ну, и загорать, конечно, да, минимум 3 дня, минимум. А так вообще 5-7. И загорать 7. Нельзя после того, как вы делаете какие-то уколы. Солярий, все такое убираем. Угу. Желательно перед отдыхом за неделю. А что вы вообще думаете по поводу соляриев? Ну, солярии... Вообще солярии очень ухудшают состояние кожи, пересушивают. Могут вызвать онкологические заболевания. Даже так? Вот, рак кожи, потому что нет защиты ультрафиолетовой. Угу. Вот. Плюс надо смотреть, какие лампы, да? Чем... Угу. А у девочек, вот, которым вы делаете какие-то процедуры, кто очень любит солярий, есть такие черные прям сильным загаром? Редко. Такие сейчас вот. Уже сейчас редко, уже это не популярно, да, становится? Это не модно, не популярно, да. Окей, раньше было это модно, цвет. Да, очень пересушивается кожа. Теперь стареет. Корейский вариант красоты, теперь все светленькие. Стареет кожа быстро. Так что мой светлый цвет кожи в тренде. Поэтому лучше, конечно, кожу не пересушивать, поменьше агрессивных. Угу. Таких вот воздействий. Угу. Вот. Ну и желательно правильный уход. А почему есть алкоголь умывание? Нельзя после вот всех процедур? Что? А он ослабляет, вот как при антибиотиках, ну, действие перед, или что? Перед и во время нельзя. Почему? Потому что улучшается кровоснабжение. Расширяются сосуды, слишком сосуды. Кровотечение, могут, да, может? Кровотечение. Ага. После нельзя. Почему? Также улучшается кровоснабжение и выводится препарат быстрее. Выводится, плюс расходуется тут же антиоксидантные вот эти свойства. То есть сосуды расширяются, он быстро вымывается из организма, да, быстро получается? Вымывается, и плюс к этому выводятся токсины. Алкоголь – это же токсин. А, наверное, вот, еще нельзя и... сосуды расширяющие, да, перед этим пить нежелательно. Да, да. Всякие аспирины, да, и все, да, остальное, да. Вот, да, кто принимает постоянно, аспирины. Женщины, аккуратнее. Кто гепарины, все вот эти вот, да, вещества аспирины, принимает, конечно, у кого проблемы с давлением, и кто из-за этого принимает, чтобы расширить сосуды, то аккуратнее. Кто понижает себе давление, то есть не переборщите перед этим, иначе у вас потом пойдут прям такие незаживающие долгие кровотечения. Ну и плюс у кого сосуды слабые, конечно, у них больше синяков могут быть. То есть у кого сосуды покрепче, синяков практически нет. У кого слабые сосуды, возрастные, да, купероз, конечно, сосуды лопаются, не выдерживают. Поэтому надо над ними работать, укреплять. Пить витамины, вот, заниматься спортом. Вот так вот, да, у меня прям сразу стыдно стало, надо идти в фитнес. В бассейн ходить. Так. Обливаться холодной водой периодически. Ой, ну все, мне вообще стыдно, я ничем не обливаюсь, я обливаюсь горячей водой каждый день, потому что мне все время холодно. Вот, но это желательно в идеале. Угу. Ну, делать зарядку хотя бы по 10-15 минут, это тоже... Очень хорошо. А вот сейчас у нас с вами идет массаж лимфодренажный, да, я правильно понимаю? Ну, чисто символически, да, голову. Чтобы вы немножко расслабились и отдохнули. Релаксационно. Вот так вот кошки делают, вот так лапками. Как вы сейчас делаете? Да, это тоже вот эта задняя поверхность. Да? Шеи. Дальше у нас будет массаж такой, ух, такой болючий. Поэтому мы выключим камеру, чтобы я вас не шокировала своими криками. Ну уж, не, конечно, не такой. Я шучу, конечно. Но... Врач, фактически, это человек, который имеет несколько образований. То есть она врач-эпидемиолог, и у нее есть диплом массажиста и косметолога. То есть, вот, да, вот такой вот талантливый человек во многих областях. И очень рада, честно говоря, что я с ней познакомилась. С ней можно обо всем посоветоваться. Кстати, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете мне задавать. Я буду спрашивать у нее и делать для вас тематические видео. Она говорит, что, в принципе, в неплохом состоянии кожи находится в моем возрасте.
Вот так уже выросли волосы, я кудрявая. И на светлом фоне, наверное, все стоит дыбом, да, какие-то кудряшки в разные стороны. Ну, вот как есть. Ощущение после альгинатных масок, конечно, потрясающее, очень приятное. Кожа такая вот до сих пор более-менее увлажненная, хотя я целый день больше, кроме этого, ничего не наносила, кроме тех средств, которые использовала она в процессе масок. Ну что, давайте начнем уход мой вечерний. Я делаю его, напомню, один раз в неделю примерно, то есть я меняю свой обычный уход на белорусскую косметику, либо на натуральную косметику. Сейчас у меня в использовании ВИ-косметика российская. Некоторые средства будут новые из белорусского ухода, которые я еще не пробовала, мы с вами попробуем вместе. Я уже, честно говоря, один раз сняла такое видео, но оказалось, что камера, что-то там такое с ней случилось, и почему-то она не выдала звук. И девочки меня спрашивали, где же видео о вечернем уходе, потому что об утреннем я делала. Если вам интересно, посмотрите, пожалуйста, мое видео. Также я оставлю вам вот здесь в описании к видео ссылочку на него. Видите, оно наверху должно появиться, тоже ссылка на это видео, на утренний белорусский уход. И там я подробно рассказываю, почему, зачем я переключаюсь с одного ухода на другой. Кому интересно, посмотрите. Вне зависимости от того, что мне делали вот такой вот уход сегодня днем, уже на коже есть, естественно, какая-то пыль. Поэтому я снимаю обязательно грязь, пыль, может быть, даже не пенкой, а хотя бы вот тоником каким-то. В данном случае это Белита Витекс. Витекс, не знаю, как правильно говорить, то ли Белита Витекс, то ли Витекс. Поправьте меня, если кто-то знает. Это серия тоников отбеливающих. В своих бюджетных находках, в бюджетном уходе я показывала вам эти тоники. В них содержатся кислоты AHA, фруктовые кислоты. Они хорошо отшелушивают верхний слой кожи. И, в принципе, это такие тоники, которые без спирта прекрасно очищают кожу. Поэтому я вот так прямо обильно смачиваю два диска. И просто будем с вами очищать лицо. О чем я сегодня хотела поговорить? О приоритетах, о том, насколько важны и нужны такие очень заботливые, трогательные и, я бы сказала, выматывающие отношения с детьми. Да, безусловно, важно заботиться о своем ребенке. Есть люди, которые отдают всю свою жизнь детям, они полностью лишены личной жизни. И потом в итоге, когда они понимают, что дети не так благодарны за их подарки, и вы писали мне тоже об этом, да, за их внимание, они начинают плохо относиться к своим детям, ну так, подсознательно. То есть, естественно, мы не говорим о людях с отклонениями какими-то психическими, которые там бьют детей, своих ненавидят. Нет, конечно. Мы говорим просто о таком подсознательном ощущении, что жизнь отдана человечку маленькому, да, а потом уже и не маленькому, а потом уже ему и 40, а мы все еще о нем заботимся как о маленьком. И вроде как некогда собой заниматься, и некогда замуж выходить, жениться, я не знаю, все что угодно. Когда мы с мужем только познакомились, а я говорила, что мы познакомились вообще совершенно случайно, он всю жизнь проработал, оказывается, в районе, в котором я жила. Ну, просто вот странно, да? И мы ни разу не встречались, и все время ходили в одни и те же магазины, в одни и те же кинотеатры. У него 5 детей, это еще кроме моей дочки. То есть у него вот такой многодетный папа. Когда мы познакомились, у него был такой уже печальный опыт общения с женщинами, которые очень сильно ревновали его к детям. Ну, понятно, да, столько детей, всех требуют внимания. Если буду накладывать сыворотку, это сыворотка той же самой линейки, Белита Витекс, да, Ideal Whitening, вот такая вот сыворотка. Она также с фруктовыми кислотами, и она хорошо очень дает такое ощущение кремового, такого легкого отшелушивания, оно не, как сказать, не активное, то есть оно не агрессивное. Потому что сегодня мне уже делали легкий гамаш перед маской, такой легкий скрабик. Ну, гамаш это не скраб, это такая вот скатка. Очень мягкое, это было люксовое средство, это все было йонковское, так что сейчас я буду делать вот такой вот перед нанесением крема, такую вот масочку, сыворотку. И она не смываемая, она очень удобная в этом смысле. Интенсивная сыворотка, корректор пигментных пятен. Я вам, как я уже сказала, оставлю ссылочки, если вы не видели этих средств. Они очень бюджетные, мне нравятся они.
у меня не вызывает никакого жжения, какого-то неприятного. Вот, поэтому я совершенно спокойно могу продолжать дальше разговаривать. Это не вызывает дискомфорта. Вот, и когда мы общались, первый или второй раз, я уже не помню, он просто помогал мне. Был период у меня довольно сложный, очень как бы вовремя появился, я молилась об этом. То есть он был такой поддержкой очень сильной, очень мощной, то есть вплоть до того, что он просто меня везде возил, потому что я была в таком довольно сложном состоянии, тяжелом психологическом прежде всего. Вот, и сейчас я жду какое-то время, чтобы она впиталась, да, и будем дальше наносить весь оставшийся уход. Очень-очень здорово мне помог. Я была ему очень признательна. И дочка совершенно в него влюбилась сразу же, потому что сказала, что это человек очень добрый, хороший. И мама была просто в восхищении, что бывает нечасто, да, когда мамы наши за нас не волнуются. Ну, в любом возрасте все равно мамы волнуются, как-то высказывают свое мнение. Ну, в общем, понимаете, да. И тут был вариант, когда, ну, прям все, всем человек понравился. Но он действительно такой человек, что его сложно не любить, потому что он очень умный, вот именно умный, да, то есть такой прям мозг у него, конечно, гениальный, я бы так сказала. Вот, и потом, когда иногда волосы так дыбом стоят, мы шутим, говорим, что это вот мозг вытесняет. Человек с очень хорошим образованием, он много лет работал за границей и жил много лет в Германии, 10 примерно, и по контракту работал там как специалист, которому вот не нашли замены, у него он знает несколько языков. И мы, когда познакомились, он сразу же мне сказал, что, ты знаешь, у меня будут дети на первом месте, а потом уже все остальное. Ну, и я как-то, знаете, так услышала в этом какое-то отчаяние, такой, знаете, крик. Потому что не часто такое от мужчин услышишь, это редкость для меня. И мне показалось это вот просто таким отчаянием. То есть я сразу же не сомневалась, что, скорее всего, так не будет. И я, в общем, догадалась правильно. Но я поняла, почему он так говорил. Заранее человек хочет предупредить, что как бы вы ни относились к детям, он все равно будет с ними общаться. И это хорошо, потому что если вам такой мужчина говорит, это добрый, просто хороший человек, хороший папа, и, скорее всего, он будет и вашему ребенку хорошим папой. То есть обратите внимание, если вы сейчас стоите перед выбором, что не стоит обращать внимание на тех мужчин, которые говорят, что я не общаюсь со своим ребенком, да мне это не надо, да мне не дают, да пускай как хотят сами и так далее. То есть это люди с проблемами. Они не будут хорошими отцами для ваших детей в том числе. Как бы я сказала, что ну да, хорошо, если ты хочешь общаться, общайся все выходные с детьми, пожалуйста. То есть мне будет достаточно общения и в будни. То есть у меня нет такого бешеного желания целый день держаться за руку. Мне не 12 лет, я не маленькая. Я хорошо себя чувствую в любом состоянии. Когда он на работе, когда он дома, просто когда есть ощущение стабильности, когда ты знаешь, что этот человек есть, неважно, где он сейчас, он просто есть, он о тебе позаботится, ты позаботишься о нем, у вас полная гармония, вы друг друга знаете. И через некоторое время, когда я его все время стала подталкивать и как бы говорить, что ну вот, смотри, суббота, воскресенье, давай, 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 бери детей, там куда-то поезжайте вместе. И потом он мне сказал, что ты меня все выгоняешь из дома, зачем ты меня все время, ну, я нормально, мне достаточно того, что я общаюсь с детьми там сколько-то дней. Я говорю, ну как, ты же говорил, что ты хочешь на первом месте, чтобы у тебя были дети, и видишь, я не против, я тебе все время это показываю, демонстрирую, чтобы ты чувствовала себя спокойно в своем сердце, что все в порядке, я с тобой рядом, нормальный человек, хорошая мама, и она все понимает. Он говорит, нет, ну вот сейчас у меня уже другие приоритеты, я, конечно, люблю своих детей, но я готов о них заботиться, но не в таком количестве, мне хочется больше быть с тобой. Мне было, конечно, очень приятно это услышать, не то чтобы я обрадовалась, но просто, ну, приятно, согласитесь, да, то есть когда человек правильно расставляет приоритеты в итоге, да, значит, ты достойна того, чтобы действительно тебя поставили на первое место. Все-таки, наверное, правильно чувствую людей, с
какой-то опыт ко мне пришел с годами. Маска впиталась полностью, я ее вообще не ощущаю. Первое время, когда я начинала их только использовать, у меня было, знаете, такое какое-то ощущение легкого покалывания. Ну, то есть я чувствовала кислоты, сейчас я их уже не чувствую даже. Я люблю на влажную кожу наносить кремы, потому что они быстро тогда впитываются лучше. Это вот вам такая подсказочка, либо на тоник, либо на термальную воду. Сейчас разбрызгиваю на лицо вот такой вот термальную воду, тоже это Белита Витекс, да? Тоже это, видите, Белита Витекс здесь написано, а здесь написано Витекс, как понять? Скажите мне, не знаю, как правильно. В принципе, мне нравится термальная эта вода, у меня уже почти она заканчивается. Кто-то говорил, что в конце помпа ломается, я прям надеюсь, что она у меня не сломается. Так, давайте вот так вот. Ой, как же я люблю вот такие вот спрейчики. Спрей, кстати, хороший, такой пушистенький, как я называю, такими, знаете, мелкими каплями, так прям хорошо пшикает. Мы будем пробовать вот такую вот серию Royal Care, Белита, Белита, вот такая вот серия. Это крем под глаза и это крем ночной для лица. 40+, то есть я правильно выбрала по возрасту уход под глаза. И опять то, что мне нравится, очень белорусской косметики, видите, 30 мл. Все зафольгировано. Вот такие кремы обожаю для глаз. И Витекс пробовала, и Белита Витекс, разные варианты. Прямо они так хорошо все впитываются, вообще отлично, хотя бюджетная такая косметика. По поводу составов, я уже тоже говорила в прошлом ролике, что я нормально отношусь к ненатуральной косметике в том числе. Мы вообще дышим такой гадостью на улице, и пока едем в машине, такое вдыхаем. Если бы вам вот состав на листочке распечатать, вы бы просто в обморок упали того воздуха, которым мы дышим. Так, вот так вот просто немножко нанесу, безымянными пальчиками буду делать массаж. И вот мы нашли вот эту середину общения, когда мы успеваем пообщаться и с детьми, и помочь им, и нам хватает общения друг для друга. Он не обижается, он абсолютно это понимает, что если нужно срочно мне что-то делать для ребенка, он тоже спокойно отходит на второй план, и каких-то таких серьезных претензий по поводу того, что вот ты не уделила мне время, нет, слава богу. Какая красивая коробочка, смотрите, это вот этот вот крем. Очень красивый, мне нравится. Смотрите, называется он «Для разглаживания мимических возрастных морщин для всех типов кожи. Эффект наполнения кожи энергией, многоуровневое питание». Так, а что здесь? Королевское желе. Протеины, аминокислоты, 48% углеводы, 37% липиды, то есть это жиры, и витамины, энзимы и микроэлементы. Ага, это энзимные. С энзимами это всегда очень хорошо. Энзимы, для тех, кто не знает, это такой вот тоже способ обновления кожи. То есть это то, что отшелушивает также верхний слой, но таким естественным образом. Фольгировано, закрыто все. До 2.19 для разглаживания мимических морщин. Интересно. Ну, вроде у меня нет пока их, да? Ну, вот здесь вот у всех, естественно, есть складочки. Это понятно, потому что мы же улыбаемся, все-таки мы же живые. По ощущениям, такой немножко гелевый, но он такой довольно плотный. То есть, ну, мне кажется, не для жирной кожи. Ну, либо вот на увлажненную хорошенько кожу, если у вас жирная кожа, она никак не хочет впитывать. Потому что себум мешает, да, забиты поры. Во-первых, почистить поры вначале нужно обязательно. Только тогда у вас начнется хорошая впитываемость косметики. Я еще использую в небольшом количестве вот такие вот какие-то несложные кислотные, да, средства, как вам сейчас показала, тоник и сыворотку. У меня довольно хорошо впитываются все кремы. И вот этот крем, я даже вам могу сказать, за сколько он идет. При условии, что я буду использовать его примерно один раз в неделю на зону шеи и декольте, он уйдет у меня месяца за два, за три. Да, то есть я довольно много наношу. Вот как вы видите, да, вот сейчас я наношу, и у меня уже вот здесь все впиталось. Вот с такой скоростью впитывается. В определенном возрасте все-таки, конечно, я так думаю, придется чем-то пользоваться, помимо кремов, возможно, да, и наверное, я буду что-то такое придумывать, потому что мне, конечно, очень больно делать уколы. Возможно, к этому времени организуется как-то хорошая такая обезболивающая какая-то база кремовая, которая сверху, да, кладется на лицо.
лицо перед тем, как делать инъекции. Что могу вам сказать по поводу вот этих средств? Аромат у них, знаете, такой слегка-слегка сладкий, чуть пудровый, ненавязчивый. То есть я его практически не ощущаю, ну, по крайней мере, на лице. Возможно, даже вот этот крем я буду использовать на постоянной основе. Вот сейчас у меня такое ощущение, что он мне прям понравился. Я использую довольно богатые кремы на ночь. Мне это нравится. То есть у меня кожа чувствует себя хорошо, когда на ней много крема. Перед сном она хорошенько напитывается, и утром я встаю, у меня нет отеков от этого. А наоборот, я хорошо себя чувствую. Ну и естественно, все люди разные, кому-то можно использовать жирный крем, да, на ночь, кому-то нельзя, у кого-то поры забиваются, все по-разному. Мне белорусская косметика очень-очень нравится, пока все, что я пробовала, мне понравилось. Еще хочу с вами поделиться, мне очень понравился вот этот тоник, такой, знаете, он очень густой, вот так он называется, тоже это Белитовитекс, видите, у нас сегодня с вами как-то все одного, да, почти производителя. Ретинол и магний он называется. Он прям такой густой, знаете, вот смотрите, видите? Прям вот как гиалуроновая кислота, вот такой дает эффект. Его хорошо наносить, знаете, когда? Сразу после умывания. То есть он такой хорошо увлажняющий, там много глицерина в нем, ну, то есть, в общем, там такие компоненты, плюс, ну, и плюс ретинол и магний, да, такие вот все компоненты, которые укрепляющие и одновременно кожу обновляющие. Он мне понравился настолько, что он у меня уже заканчивается, как-то быстро я его так использовала. Я вообще люблю вот такие вот гелеобразные структуры, они хорошо разносятся по коже, они экономные, они хорошо впитываются, нет ощущения какой-то перегруженности. И потом на них легко можно, кстати, нанести макияж. Да, вот такой у нас сегодня с вами разговор получился. К чему я все это говорила? К тому, что я считаю, что, конечно, многие женщины делают огромную ошибку, когда они ревнуют, запрещают общаться с детьми мужчину, за которого они выходят замуж. Это огромная ошибка, это очень меняет в худшую сторону отношение к этой женщине. В итоге, если этот человек действительно хороший, если ей повезло, но она это не оценила, он не сможет с ней, к сожалению, жить, потому что он все равно выберет в итоге общение с детьми, ее это будет раздражать, ну и так далее. Поэтому берите себя в руки, разрешайте вашему мужу общаться, естественно, не с бывшей женой, а, естественно, с детьми. Делайте все для того, чтобы они были счастливы, его дети. Делайте все для того, чтобы подружиться, делайте подарки, заботьтесь, будьте хорошими мамами, добрыми людьми. Это был мой совет, вы можете следовать ему, можете не следовать. Заодно рассказала вам по поводу моего вечернего ухода белорусской косметикой. Ну, наверное, сейчас я буду читать, конечно, вначале книгу, потом уже ложиться спать. Жду ваши комментарии на эту тему, мне было бы любопытно узнать ваше мнение. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!